Сергея. Сегодня я буду снимать рум-тур по продаже домов. Но нужно. Вся обрызгалась, поливала. Значит, поэтому мне нужно показать весь участок, все два дома. Хорошо. Ну что, начинать будем с калитки. А над калиткой у нас виноград. И вот такой колокольчик. Ой. Это у нас слива старая. Высокая старая. Это наш дельфин. Он сейчас в тени. Так, вот это у нас летний душ с водонагревателем и туалет. Я еще тут не убиралась. Так. Вот это у нас летняя кухня. Есть плита газовая для нее. Но мы как-то, когда нет у нас гостей, мы ей, конечно, и не пользуемся. Так. Вот это дочкин дом. Дом я вам потом сам ее покажу. Вот это гостевая комната у нас. Это печка муфельная для обжига керамики. Вот плитка у нас тут такая. Здесь у нас вот висел телевизор большой метровый. Ну, сейчас тоже мы пока одни, так мы не вешаем. Вот у нас тут. Тут у нас свет. Там фонарь горит ночью. Здесь тоже свет горит. И тут свет горит. В общем, уютненько вечером. Здесь свет горит. Вообще у нас на самом деле просто оазис в степи. Крыши хорошие, помененные. Да тут все поменено. Здесь был просто летний вариант в этих домах. Без канализации, без воды и практически без света. Вот. Это персики, виноград. Вот у нас нерешенная проблема. 30 метров дом. Вообще-то из него, конечно, можно сделать магазин, потому что магазина здесь поблизости нет. Это инжир плодоносящий. Гранат. Весь в цвету. Ну, вишню я уже ее 1000 раз показывала. Тоже вся. Вот, вот это мой дом. Вот два этажа.
уже не дошли руки отделать вот низ. И вот у нас еще неосвоенная территория. Вот это за домом, и там вход в подвал. Вот это грецкий орех, тоже плодоносящий. Вот тоже персик. Вот. Ой. А вот здесь у нас за домом гаражик небольшой. У нас там стоит квадроцикл, который тоже к дому прилагается. Электричество все у нас поменено. Даже не поменено, а просто сделано снова. Вот, что еще? У нас своя скважина, поэтому проблем с водой у нас нет. Ну что, welcome, мои дорогие. Ой, всю полезную площадь у меня занимают вещи, которые мне нужны для работы. Краски, ну и все что угодно. Почему нам надо уезжать из Крыма, я сниму видео. Очень жаль. Здесь все делалось под себя. И раковина у меня у окна. Вот видите, вот тоже краски. Кругом краски. Вот. Кругом коробки, краски. Вот такой у меня печка или камин. Мы заказывали с дочкой в Питере две одинаковых. У нее в доме тоже такая же. Так хорошо зимой вот этот огонь видно прям. Ой, обожаю. Вот, ну это все. Мои декупажные еще дела. Вот это коллекция песков с разных морей, из которых я бусины делаю. Вот. Было очень много бутылочек со всех стран, но я их раздарила. Вот коллекция кружек моих. Тоже со всех стран везлись. Стран, городов. Вот. Угу. В общем, делаю. Вот сделали буквально позавчера. Внуки приедут, а у меня Егорка очень любит монстриков, подушечки. Вот шили ему подушечку такую.
Кажется, что это бардак. На самом деле я знаю, где что лежит. Стол вот этот я тоже сама делала. Купила в комиссионке машинку Зингер. Вот, я сделала себе стол. Вот эту лампу я переделала, была. Ну, просто старая, страшная, без, не было у нее. Господи, как он называется. Вот я покрасила хрустальную штуку, ну, салатницу, и приспособила ее. Очень приятный от нее свет. Какая же ты мастеровитая чертовка. Что здесь вообще не проехать, не пройти. Вот это в душ дверь, а это на второй этаж. Вот это душ. То я полку из стула сама тоже сделала. Ну, я сюда полотенце вешаю. Вот, очень люблю эту плитку. Она вся разная. Хорошая плитка. Ну и душ, собственно говоря. И вот такой пол. Бирюзовый. Теперь мы идем наверх. Тут где-то 20 метров, по-моему, комната. Здесь мы хотели сделать шкафы в этих нишах, но так руки не дошли. Это тоже лампы я делала. Ну вот, это дочкин дом. Вот. Здесь у нас гостевая комната. Ну, в основном мальчишки наши живут тут, когда приезжают летом. Вот. Она с отоплением, и полы теплые, с подогревом. Можно и зимой жить. Ну вот. Это кухня. Это я вот делала такой мини-комодик. Докупажила его. Такая клеточка у нас висит. Вешалки и то я сама делала. А тут у нас туалет и душ. Окошко.
Вот печки у нас одинаковые. Ну, а это спальня дочки. Ну, вот весь домик, собственно говоря. Ну, вот. Черный, ты всегда со мной. Ну, вот, а это вот этот наш здание наше с улицы. Вот тут. Вот, видите, здесь вот и дверь, и окно. И вот для приема товара, видимо, вот эта вот дверь. Потому что раньше здесь был магазин. Вот. Машину помыла. Ой. Вот здание-то оно само по себе крепкое. Его обшить бы, конечно, снаружи. Ну и внутри тоже. И все, и готовый магазин. А это вот, это правление нашего садового товарищества. А это вот мои дома. Это мой дом, а дочкин внизу не видно. Вот у нас якорь такой. Так что я потихонечку, не спеша, дошла до дома.